Так, здесь документы на недвижимость, машина. Все, вытащите, пожалуйста. Все полностью сейф. И оружие положите, пожалуйста. Да, но я его нашел. Да. У вас есть разрешение на него? Нет. Вытащите оружие, положите. Я набираю это документы. Теперь отойдите. Откуда у вас это оружие? Нашел. Где нашли? Полгода назад. Где нашли? На свалке. Понятно. Возле Казани. Угу. Понятые видели? Понятые зафиксировали. Там нет ни патронов, ничего. Не важно. Так, еще и рабочий ли он, я не знаю. Давайте документы все покажем. Отойдите, отойдите, все положите. От оружия отойдите, пожалуйста. Что за организация выпустить не можете? А что? Это что за учредительный документ, организация Авилон называется? Не знаю. Расстегните, пожалуйста. Это чей планшет? Заблокируйте, пожалуйста. Набережным Челнинским городским судом вынесен приговор в отношении местных жителей, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 210, частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 173 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд признал виновными и приговорил организатора сообщества к 10 годам строгого режима. Лидеры групп получили от 5,5 до 7 лет лишения свободы строгого режима. Остальные участники сообщества получили наказание в виде лишения свободы от 3,5 до 6,5 лет лишения свободы условно. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами следственной части Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан была установлена организованная группа, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Житель набережных Челнов создал преступное сообщество для обналичивания денежных средств клиентов. Все роли в организации были четко распределены. Обвиняемый создал самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы. Взаимодействие между этими группами осуществляли 3 человека, которые обеспечивали общий бухгалтерский учет деятельности, администрирование платежей, подготавливали первичные бухгалтерские документы, обосновывающие взаимоотношения между заказчиками незаконных банковских операций и подконтрольными юридическими лицами. Кроме того, 8 человек занимались поиском клиентов, снимали денежные средства с помощью банкоматов, перевозили и передавали снятые деньги клиентам.
Следственная часть у Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это организация преступного сообщества или участие в нем. Частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Дальше снапить. Травматоса. Ну, видите. Разрешение имеете? Я с разрешением. Нет, я без разрешения. Как большая девочка. Это же не мое, что? У мужа имеется. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.